Так, 21 августа 2021 год. Ух ты, кстати. Время у нас 22:04. По Киеву, Харькове совершенно неправдоподобно разошлись на глазах тучи. Слева, справа, вверху, внизу сейчас все абсолютно захмарено. Но вот ровно там, где Луна, Юпитер, Сатурн, пожалуйста. Я с 7 утра валандался в 200 километрах от Харькова. Только полчаса назад вернулся домой. И будьте любезны. Так я возвращался, был где тучи. Так, и вот я вижу, что Сатурн тучи сейчас пытается опять поглотить. Давай мы к нему. Полнолуние у нас послезавтра, но... Ой, послезавтра, завтра полнолуние. Но... Завтра для нас, объективно, это через 2 часа. Так что, я думаю, мы не погрешим. Против истины, что наблюдаем полнолуние. Сказал, что наблюдаем полнолуние. Ох ты ж, перебор до Сатурна. Есть ветер, но не могу на него сетовать, потому что благодаря именно этому ветру мы сейчас эти красоты наблюдаем. До Сатурна 1 345 000 000 километров. Так, ISO 800 себе говорю. Ладно, слишком уж дрожит. Пошли пока на Юпитере. Да, слушай, наползает прямо туча справа. Не, ну все уже. Уже момент зафиксирован. Вот тебе Сатурн, вот тебе полная Луна, вот тебе Юпитер. Противостояние Юпитера было 19-го, то есть 2 дня назад. Но погода была мрачная, конечно. О, как он хорошо сейчас. Прям горизонтально. Параллельно Земле спутнички. Так, а что я не вижу Каллиста? Справа. На довольно большом... А, вон он, Каллиста. Вот сейчас коснется правого края экрана. Это Каллиста. Все, исчез из кадра. Дальше идет Юпитер. Я вижу, ребятки, экваториальные полосы. Вот это аллилуйя. Скажу вам, как человек неверующий. Вот это да! Не, серьезно, я полчаса назад в подъезд заходил, посмотрел на небо, подумал, ну сплошные облака. Слава тебе, Господи, с чистой совестью можно отдыхать. Но нет. Вот тебе красота какая. Так, за Юпитером у нас идет Ио, потом идет Европа и замыкает шествие Ганимед. Вот оно, противостояние Юпитера. Ну, сейчас, чтобы было понятно, о каких цифрах идет речь. В момент противостояния расстояния... Это была тавтология. В момент противостояния до Юпитера было расстояние 600 300 000 километров. А сейчас до Юпитера 600 400 000 километров. Ну, то есть это как бы ни о чем.
процентном отношении. До него 900 миллионов километров бывает. То есть вот Калиста. Ох, не знаю, будет это видно. Ой, подождите, ребят, это же я убрал выдержку. Вот сейчас будет. Калиста справа спрячется. Сейчас спрячется, ветер даже стих. Ребята, это просто какой-то подарок. Так, это ISO 800. Сейчас буду снимать на ISO 125, чем черт не шутит. Как-то изобилует эта запись религиозными терминами, но это для красного словца, не более. Так, это дубль первый, 21-я. Ой, ты ж моя ласточка. Какая ж ты красавица. Сейчас на ISO 125 сниму, на минимальных. Пока тучками не скрыла тебя, родненькую. 21 августа 2021 год, Харьков. 22.10 по Киеву, Харькове. Дубль первый. Это я уже озвучивал, да?